экономического положения в России. Говорили ранее об этих так называемых нищемаркетах, которые появляются на окраинах городов и где продаются продукты с большими скидками, некачественные. Говорили о том, что молоко стали продавать в килограммах, о том, что есть супермаркеты, где продают лимитированное количество овощей, там, условно говоря, огурцов в одни руки не более там, 5 килограммов. Скажите, вот вы общаетесь, да, с разными людьми, там, имеете контакты. Как вам кажется, вот люди в основной своей массе, к сожалению, пока еще это воспринимают как должное и терпят, к сожалению. Но все-таки растет ли количество тех людей, которые, ну, воспринимают это уже как издевательство над собой? Плохо же, это же не то, что вот ввели санкции, да, и на следующий день там продукты исчезли из магазина, стали появляться, я тут видела фотографию, муляжи банок с тушенкой, что вообще запредельно, мне кажется. То есть такой очень хороший символ всего происходящего. Хуже, хуже и хуже становится уже постепенно.